Ты Доми. Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? Да. По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла? Первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не с простых. И что, ты можешь мне помочь? Да, я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И тоже это. Больная мать или жена с кучей детей. Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть. Так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я бегу? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорее, Поли, здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас находят, там конец. Но и ты же его не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело везде не спрашивать. Там на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Доктор, твоя нога. Вали, ты разбиться хочешь, что ли? Вали, таски. Опередим, я разбужу доктора. Ну, может, и так пойдет. Все равно я... Эй, а ты чего уши отвесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне везти вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Ну и все. А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали эти все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов жить. Брат. Я ничего не слышал, ребята. Утер ты им нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще встречи было нашли? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. И все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернешься в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. Нам больше разведем, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично, уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Ты здесь? Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет?
Компенсация за твои услуги. И ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Слаб. Но Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал о предложении в своем работе, но бы скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После этой поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты, шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыха. Быстрее, меня люди ждут. Куда едем? В храм Святого Михаила, прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Выключи этот колтёж, не могу сосредоточиться. Так-то лучше. Ты едешь не по той стороне дороги. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Вот здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. Чего еще ждать от такяшек? Я не могу без радио ездить. Найду-ка еще клиента. В галерею и побыстрее. А, побыстрее это можно. Решили развеяться. А тебе? Да, так, беседу поддержать. Я тебя не за беседу плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работы есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю. Вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржа рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое-то это дело. Вот найдешь себе нормальную работу, ты поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, да, хорошо. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Херово выглядишь, приятель. Я-то с Питера работаю. А с тобой что? Уха. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так, меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозят и продают. Я видел, как они за меньшие людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Почти приехали. Высади меня на углу, лады? Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо, как-нибудь зайду. О, господи! Эй, как дела, друг, помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог городу, Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время побудешь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Смотрите, кто это? Дино, Лу, у вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда, ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем с ней. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж,
еще свидимся. Пойдем. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомимся с Доном. Доном Сальери? Да, эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо, ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка, там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает, так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Кто это новенький? Это шофер один. Мы ему помогаем. Но он будет босса возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дать собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поля. Как думаешь, что мне надо? Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк Литон знает его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятного дела. Ради гамма его. Мы нам пора. Дорога на север долго. Если Литон захочет купить еще. Хорошая идея. Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, это же чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если бита недостаточно. У меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он мало спидрил, но в тачках реально же. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Поли? Нельзя так пугать людей! Эй, извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Поли, да. Томми Анджело, рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно деть. Нужна машина. Как насчет этой Поли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я, Ральф, наверняка он у моей мамаши ее испер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. Эй, мы собирались бить тачки Морелло, а не эту колымагу. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелло, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи, мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла, то в какие заведения мы его поставляем, Том? Видел бы ты тамошний дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелло? Если что, ты меня защитишь, все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежем так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелло. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? Не особо, все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Эй, мы собирались бить тачки Морелло, а не эту колымагу. Грабилы Морелло ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда, проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, да? А, вот так. А то есть старый парень. Однажды они тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лечь
с ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подбери сзади и тащи их. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Главное, что платье помогает. Да, что есть, что есть. Ты что делаешь, черт тебя дери? А что мы делаем? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Кто такой? Я не понимаю, какой Дино приказал тебе стоять здесь. Это Дино, он мне приказал. Дино? По всему городу стреляют ребята с Альери. А Дино сказал тебе тачки стражить. Послушай, парень, ты кто вообще? Как-то раз у меня была отличная возможность. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Давай, Том, время поджимает. Хотел бы я сейчас поглядеть, уже этих не было. Это ведро объездилось. Ах ты ж! Эй, отвали от машины. Лови его, Том! Тебе что, жить надоело? Вот так, да, давай, Том, скорее, сейчас приду ноги. Сжигай молотом, хватай эту дорогу. Я не буду за тебя это делать. Вот так, хорошо, пошла. Жахнула весь портал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая тачка, я уже знаю, где он ее держит. Это рядом с паром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Прямо ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. А ну, они не стреляют! Гони, гони! А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвется. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавые садили на задержание. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же? А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, похоже тебе это. Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Нет, ну иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что семью беру только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был стоном, не разлей вода. Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. А что тут с тачкой, на которую вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Да ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем есть посадили. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? А, это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Более сам за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Более сам рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной. Благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблемы. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали, болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Ну, я откуда мне было знать? Эй,
женщину. Ты то ли? Собери с ним, иду. Ага. Давай, покажи ему. Босс хочет тебя видеть. Спасибо. Арреттити! Только краю наш аборт. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Доми за рулем, полиция на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями. Гарантировать защиту. Мы не Костолома вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к ним. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20 назад. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Давай уже не тяни. Покажи, как ты стреляешь. Смотришь, это неплохо. Ну, а теперь давай. Щелк-щелк-щелк. Бабах. И мозги по стене. Так. Не на меня, кретин. Вот здесь открываешь и готово. И еще запомни, пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Отлично. Когда начнется пальба, ты это, ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, я Винченцо. А для тебя я просто Винни. Осторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Морелло все еще бесится из-за побитых. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять в стекло. Смотри. И... Учись. Да ты просто волшебник, Рафин. Давай, Томми, покажи, что ты умеешь. Ага, подцепил, вот так и надо. Хорошего дня, парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лондон-стрит. Знаешь, где это? А, знаю. Эл снова задержал? Хуже, да. Очень жаль. Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Сэм, Оли, как дела? Класс. Как крошка Джулия? Она уже не та крошка. Такая же дикоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудно выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и кошку Джулию, если денег не будет? Они в подсобке, Том. Где деньги? Инфами, фитуси, вочи сукьятые сангвы. На столе, коричневый конверт. Ведик вы, насчет чимпаши. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится, что угодно. Конечно, Сэм, конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Так, дальше по плану магазин Старого Южина. Китайская лавка Наталоу. Он еще не помер? Того гляди, помрет. Вроде там рулит его кремя. Том, на самом деле старого владельца зовут Южин. Он китаец, но его имя звучит похоже на Южин. Так что мы его так и прозвали. Когда-то Поле разбил ему башку от прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кость от прилавки. Бедняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна-Тауна понимали, это наш город, они. Но с племянником Южина мы пока не знаком. Может, придется познакомиться. Сейчас я сам, сэр. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Поле чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай призвится. Да, теперь племяннику Южину не до смеха. Если Поле завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавим. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чуть-то крови испачкан опять. И как сильно? Ничего, вытрет, не развалится. Когда на ноги встань. Пойдешь с нами на дело еще раз, Том? У нас много историй о племянниках китайозах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да, вроде это было не трудно. Не трудно? В смысле не трудно? Не знаю.
У вас как-то само все выходит, но я чем хуже. По-твоему, это любого по силам? Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты, и думаешь, что сразу во всем врубился? Я не говорил это, Сэм, я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Поли, это ж я думаю, что он теперь крутой. А я таких, как он, всем разорвал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если бы не заметил, как ты улыбу даришь. А его проняло, Сэм! Точно проняло! Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не, не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шукую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, качественных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно закрепаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути в Lost Heaven останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его в три дорога. Обмен проходит в мотеле. Будет восторг. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но боссы другим всеми разрешают им пользоваться. Даже Морелло? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тосковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Поля. Но он ничего не любит. Не гулять, не заперти сидеть ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выкать. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Поля ненавидит. Что ж, рад помочь. Вместе. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно. Том! Томми! Я ранен. Господи, Поля! Скажи, Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только сунтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Нихера он не знает. Тут тихо, как в склепе. В армии отправили стражей в публичный дом. А я тут все сюда, живо! Не успокойся. Ну, то есть причина всегда есть. Сэм, плохо досталось тебе, дружище. Боже. Держись, все будет хорошо. Ты же здоровяк. Он взял деньги, Том! Я догоню урода! Где Сэм? Внутри, он жив. Тогда забирай бабки! Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Поли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха, ну если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал, как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Когда Сальери еще не рулил городом, Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей, а кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да, тот самый. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да чтоб тебя! Урод! Спи за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог приезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет, нет, сэр, просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняги череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, он считал, что карьере Джоуи конец? Или пугал других, чтобы платили вовремя? Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, с
Спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби. Я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на Майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелла. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелла хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забывают, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Шутите? Такое чувство, будто бар целиком переедет на трибуны. Вы поглядите на этого шкета. Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Ты иди, Том, я разберусь с этим дунем. Полли, он тебя домой отвез. О, да, боже, ну и ночка была. 6. Бонасеры, Том. Так, тут 5-6 вместе с тем, что уже сам. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец твой, Бобби. Точняк, есть один парень, Лука Бертоне. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит, и завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик мудак. О, бля. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригони ее в гараж. Карл его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Ты Бобби? Ага. Твою тачку отгоним в гараж. Там никого нет. Друзья Ральфи, мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. Так, мы на месте. Вот она. Каразелла серии С, 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскручивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее, постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Томми и Анджело. Лука Бертоне. О, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка. Здорово. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. Оцени, как лишь бы мистер Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. А, вернулся. Слава богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, теперь пошли отсюда. Завтра важный день. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Нет, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фред. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что, Фред, ты что? Даже... Гонка начнется уже через полчаса, это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Хорошо, Фред. Славно. Ральф уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликенберга. Виталий Кутаров, заездом при превышении скорости в гонке. Крошные новости. Любимый болельщик в Лоскарина Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте в замене с вами Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт, внимание. Крошники умчали. Кого механики на пистопе явно волнуются. У Ликенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Я сранил. О, черт! Черт! Какой
позор! Пойду взять тепло, полетите, летите, сегодня звездный час, у кого-то еще. Да вы серьезно? Вот дерьмо! Боже! Ангелов снова пятый, скоро не он сохранит лидерство! Наш старичок, кроме Ангелова, по-прежнему впереди. Кому нужен Майки, да? Новичок справляется не хуже! Вам сегодня везет? Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел, Дон Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно, спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Фух. Вот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо. Вы где, мальчики? Подружка-то есть? И все уйдет. Вот это была гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. А мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпеку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно, доведу его до дома. Оля и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Друзья, сезон окончен. Трасса закроется в 6. Пожалуйста, покиньте ее по первому требованию. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки. И мало кто смог доехать до финиша. Это все машина, Ральф. Я лишь указывал ей путь. Эй, ты видел Поля? Нет. Он вроде говорил, что хочет есть. Ладно, хорошего отдыха. Хорошо, Том, спасибо. Том, твоя победа оплатила год школы и моей дочке. О, рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Только ты знаешь за Поля, пока он не опозорил себя и семью. Я не позволю омрачить этот вечер боссу. Не беспокойся, Фрэнк, я его найду. Управление полиции Лос Хевена просит напомнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещено. Нарушители будут арестованы. Спасибо. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты так дал, когда я тебе пух в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в день, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты Поля не видел? Он нажался в хлам. И твой на ногах стоял. Да, слышал. Первый раз у нас на гонках. Год назад трех моторов было слышно из окна моей квартиры, но на трассе я раньше не бывал. Нас начал выгонять. Как она себя вела на обратном пути? Раз пять пыталась боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Поля. Он был здесь минут пять назад. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Похоже на него. Спасибо, Лука. Победой, Томми! Я снова прошу победителей покидать трассу по требованию и не употреблять запрещенные вещества. Давайте не будем, как в прошлом году. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь вызовет копов. Да, похоже, Поле уже пора на финиш. Корова сказала ему, а утка сказала, кля, а птичка сказала, что? Не знаю, но вот этот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Он козел. Проявил уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Надо, ты прав. Идем, чемпион. Ты молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Поля? Я сказал, он классно водит. Дон Сальери, этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот мы. Мне даже неловко, Том. Погляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Ну, чем везет. С тех пор, как ты в семье, у тебя все тип-топ. А знаешь почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьезных дел. Вот как? Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону, и тебя прямо всего трясет. Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Выбрасывать их из головы, как Сэм. И приходи домой, будто ничего не было. Оля, ты пьян. Перестань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. А, ты прав. Ты прав. Дави мне бы сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Давай-ка лучше домой поедем. А, мост! Езжай через мост на остров! Отвези меня к девкам! Отвези к сладким красоткам! По-моему, лучше сейчас отвезти тебя домой. Круто! Совсем другое дело, братан! Том, ты уже не на трассе! Это, о чем ты? Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Нет, уж сам плавай среди этих тираний, Поля. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. А я что, дома? Ты меня домой привез? Может, может, ты... Ну да, это хорошо придумал. Ладно, я тогда... Сладких снов, здоровяк. Тогда я... Что-то мне нехорошо. Ты последний, Том. Тебе налить еще? Не, пойду домой. Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Да лучше, в чем дело? Проведи мою дочь домой.
Сару? Я думал, она сама кого хочет проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле дома стала живаться какая-то. Черт уж она, какие ирогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара, девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что ей не понравится. И сделать реально. Если проводишь ее, эти козлы уяснят, что она Дону, как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Дэнни. Сара, мы закрываемся! Что происходит? Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться с Чаком. Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом, Том. Для него я все еще ребенок. Я понял, он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю, и не решать, что с ней делать. Оля это не одобрит. Может, завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак? Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Сара! Это мне? Да, но боюсь, там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит, но она думает, что ты ангел. Да он не любит, когда еда пропадает зря. А это? Ну, конечно, это Томми. Сара о вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все тебе говорят. Да, она права. Все. Ладно, Джульет, не пускай в дом сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Буэна нота, Томми. Мама, твой ангел Сара принесла еще еды. Это было очень мило. Да, увы, у нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня, Том. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником Сэмом Трапани, и все, чему ты научился, это прекрасный вечер для прогулки? Разве я не прав? Да, пожалуй, прав. Цветы для дамы, сеньор? Нет, спасибо. А как же мой букет? Постой, я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Думаю, он и так знает. Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А, значит, я твой... Я старалась тебя оберегать, Томми Анджело, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерку. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хат смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый гердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Ну, вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Куда это сладко? Отойди! Билета! Это просто конфетка! Конфетки, ни к чему бросать ему рода! Ух ты, это ножки! Я могу настоящий мир вроде этого! Я не здесь, лавочек, которым ты привык! Давай, чего его, брат! Я отвалю! Томми! Моя очередь! Надеюсь, ты крепче своих дружков! Ну что, получил, тупой урод? Эй! Неплохо бы справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав, принесу иголку с ниткой. Не так уж и плохо. Дай что-нибудь от боли. Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотни еще. Вот так. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Часто рано штопала? Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучше шов. Но сойдет.
По крайней мере, он будет напоминать мне о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет дома. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь странный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами. Разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю комиссию района, а ты встретись с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь свиньи, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару жалоб. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то тигры пристают встали на улице. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад и... На них типа автограф самого Бейбарута. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Пошли я насквозь промок. Не понимаю, зачем Биф переехал в эту дыру? Да ладно тебе, он же влюбился. А, потянула его на азиатку, когда мы накрыли тот шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой. Биф, гаванюга, как поживаешь? Куколка, рад тебя видеть. Убери ее, Биф, мы по делу. Давай наверху, хорошо? Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они оживаются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Биф. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо, до встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Что это было? У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканцев. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот, эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец, то есть бывший, живет в Олбуке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь? Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайна-тауне типов, которые похожи на нас. План такой, я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой борьбы. И долго ты его придумывал? Не, это план на любой случай. Лучше зайти в... Я не понял. Я пойду на север, ты на юг. Я на верх, а ты там пойди. Понял. Дели, сматывай, взрыва! Дом, пробивайся к Дели. Достань этого скота. Пали всех, кто будет бежать. Надо было тебя вчера задавить. Мы всех перебили. Ходи, давай ко мне. Сюда, сюда. Джонни, вернись! Слушай, давай сгореть в машине, Том! Исчезни! Теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Нет, нет, не надо. Прошу. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он так грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Закончился. Все равно он уже труп. Да.
Боже мой, Том! Очнись уже! Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй, пойдем отсюда, пока легавых нет. У меня стрит. Я такая жизнь по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поле. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гилотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. У Маши не был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поле. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя я провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда. Проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастроф. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. Последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Сэмом тоже. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поле или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог, а вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги и установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да, но будь осторожен. Стрелять нужно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Да. Понятно, босс. Выполняй. Давай, пошли. Зайди к Винни, я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там телочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Есть разговор. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы убирать ее за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм, я постараюсь. Больше не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. Хватит об этом. Хорошо. В отеле действуй с умом, не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. Гилотти помимо молодым, так что речи толкать будут не дом. Когда бомба взорвется, я сделаю свою. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся делать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не понял, ты похож на верующего. Это были похороны, Том, как и всегда. Вот у всех вокруг одно развлечение – палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда, как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы – это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Ты там планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем отмажется. Ты разбиться хочешь, что ли? О чем я говорил? Да, точно. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он сейчас встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Не забывайте о приличии, ладно? Эй, красавчик. Тебе девочку или выпивку? А может, это и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху познакомитесь поближе. Не спеши. Выбери рюмочку, расслабься. И развлекись как следует. Добрый день, сэр. У-у-у, я обожаю таких. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь, Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Мы можем просто поговорить. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Еще девушка по имени Мишель. Она занята наверху, зато я свободна.
Как же мне без тебя жилье оплатить? Ты же немного нервничаешь. Но не бойся, я тебе все покажу. Я ищу Мишель. Ты ее знаешь? Да, она пользуется спросом. Запишите этого парня за стойкой. К Мишель надо выстоять очередь. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Хочешь повеселиться? Пойдем со мной, красавчик. Нет, я ищу знакомую. Ее зовут Мишель. Как здорово. Идем ко мне в комнату. Там ты мне все расскажешь. Мне только поговорить. Знаю, я слышу это каждый день. И ты явно не такой, как другие парни, угадала? Ну, вообще да. Где Мишель? Наверху, в комнате 208. Это все? Да, это все. А, вот бы все были таким, как ты, милый. Уходи! Убирайся отсюда! Ты Мишель? Это что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посмотрю, чего сделал ты с девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай, одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, мы будем в расчете. Сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. Вы человек Морелло, сэр? Чем вам помочь? Вызовите полицию! Никому не пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении будущего. А сейчас, я думаю, в ближайшей группе хотел бы сказать Маркусу. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня вверх. Не знаю, как я буду... Что вы здесь? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они обращения. Может быть, они могли бы помочь бедным в искуплении своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ах ты мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты.
Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из цепи. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли, надо убираться отсюда. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. И не говори. Давай вернемся в парк. Надо залезть на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься, священник будет держать рот в замке. Мы надрали за Адмарелла. А тебя с Боли уже не обвинят в убийстве сына Гелойти. Все, босс будет доволен. Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать что-то. Но тогда вы не узнаете Амарелла. Простите, что долго, моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелойти переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поле что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока Фрэнк. Калетти, канцелярия Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками, ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка черногодолятная. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега, ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож, но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет, залетела. Началась течка, она сбежала. И каждый пес от имени. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет, руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это, что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. В те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. А, Томми, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В какой дождь? Ха, умница девочка. До завтра, Луиджи. А я помню, когда босс еще был при пиводе, послали на шлюпнуть одного типа. Какого-то грязного валить. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Поле с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Поле присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь на страже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Поле на склад. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, достать канадский товар в сохранности. Понимаешь, он уже присмотрел для себя эти вещи.
Если хочешь эту тачку, бери ее, Томми. Спасибо, Райф. Давай, Том! Эй, эй, осторожнее. Я же только вызов. Прости. Знаешь, это место? Еще бы. Мы уже забирали мозаки с этим. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, Сара, встречайся. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поля. А, ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в Берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется ей врать. Заодно это. Можно на ней жениться. Вот черт. Сэм должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не сыв трусы, то. Может, этот отлив не укрылся. Или дегустирует. Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Кто-то здесь прятался сегодня. Парень, что смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Какое-то все бесхозное. Где ты прячешься, мать твою? Эй, приятель! Слышишь, брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется по плоту. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Писать некуда! Стой! Это я, Том! Оли, ты почему так долго? Искал Сэмми? Нашел его? Пока нет, только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой вблизи лежат. Вот черт! Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Это серьезные ребята. Должно быть из пограничного контроля. Да. Их не пальцем делали. Копы Лос-Хэвена на их фоне просто годят. Сэм! Сэм! Где ты, черт тебя дери? Оли, давай потише. Каждый убит выстрелом в затылок. Ух ты, прямо казнь. Ублюдки несчастные. Проверьте постройки. Граничный контроль на поводке у Морелло. В этом сарае что-то есть. Не надо. Пожалуйста. Нет. Давай к нему.
Кстати, здесь прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Эй, пуля. Сэмми, что они с тобой сделали? Боже. Сколько же крови? И ты можешь? Нет, не думаю. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас прогоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да, да, бывало. Откуда эти ребята повылезают? Получи, стоп! О, помоги! Мне так больно! Боже, как больно! Господи мой! Где этот чертов грузовик? Черт, легавый! Все сюда, живо! Продержись, еще чуть-чуть! Тони и Тони тоже? Да. Он же сраный Боня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри оба. Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай держись. Тихо. Ничего. Полли, у нас еще гости. Скорее, едем. Я рядом, Сэм. Поищи, Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай им обогнать нас. Эта дура просто огромная. Хера себе, откуда у них такой грузовик? Я вам хочу ее. Вали их, Бог, получите. Да, один готов. Понравилось, уроды. Этих ребят все больше! Поле, крепко вцепились! Поле, быстрее! Я уже выжил педаль на максимум! Ну что, скинули? Две тачки легавых! Вон они! Очень близко, Бог! Думаешь, мы оторвались? А ты? О, нет, они еще и сбоку заходят! Да ну нахер! Они уже рядом! Подцепились! Сэм, ты как? Оли,
Что ты здесь делаешь так поздно? Я... Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами ранен. У нас несчастный случай. Ладно, здрасте, хорошо. Так, я попаду с тобой. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот мало. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, толп. Все нормально будет. Хорошо. Эй, ты молодец, толп. Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы не доплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст, Том. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Ну зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку. Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Винченцо ждет тебя с новой машиной. Томми. Паршивый сегодня день. Никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И еще кое-что для особых случаев. Когда Фрэнк увидит лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Томми, что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Всегда пожалуйста, Тони. Как твои дела, Том? Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стрижет один дом, там федерал кого-то прячет. Где? Oak Hill, угол Pine Street. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Похоже, это здесь. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Господи, его хотят повезти в Штаты или еще дальше. Сука, это плохо.
Том. Фрэнк, меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Том. Передать ему что-нибудь. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет. Вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Поднимайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Смотри, живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, черт, в самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк, почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела, так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Сейфовые ячейки. Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Отличный денек, да? Ага. Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да? Мистер Анджело? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Ты нервируешь моих ребят, Марко? Мы с Серджио всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный. Верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Эньо. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Это печально. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и двориком надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь? В каком-то смысле. У Морелло есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелло намекнул ему, что гибель Санта-Гелотти наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Поли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так. Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тут Тобена. Си, грация. Трансальяри. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Че, покажи души. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблемы так хватает. Понятно, босс. Бона фортуна, Роганс. Томми. Томми Анджело. Печи ради... Дико на щёрке. Meraviglioso. Per favore. Parli in antichio di siciliano? O capo, durissimo piano. Я не говорю по-итальянски. Perfetto. A posto. Hai capito, o piano? Да, босс мне сказал. Ok, per favore, capisci. Разимен тушат пину тушунято сенса фарищи сентирини берири. А гашафорти ста арриру нгуачу ну приму пиано. Пурамин антикья ритьем пулласа фари тутту а мия. И на гашафорти ша фрассикураменте на ларме.
Сдается мне, ночка будет долгая для нас обоих. Минья. Давай теперь я скажу. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Си. И держи рот на замке. Форт. Си. Фачо. Йо. Рабрири каша форт. Абрири каса форт. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Эффетто. Шикарные здесь виды. А вольта что боишься? Мирамикиусо. Экко. Ce la siamo gioco. È passato un muro, un giardino. Sto? Lo faccio vedere. Ah, labirint. Sì, un giardino tutto sognato. Ma будь здесь, я разберусь с охраной. Non lo sapia, in America c'è un giardino. Вроде это были последние. Сальваторе, ты где там? Тут чисто. Доми, ио, куи. Достал меня этот парень. Помоги, ви, не куми. Доми, ио, куи. Ми, сей уно тосто ту, а? Что? Эй, сейчас ака. Абри, кабуша. И что ты за медвежатник? Хвачу. Что? Ну, хвачу. Да Винчи, Караваджо. Угапишь? Картина? Хочешь сказать сейф за картиной? Си, си. Ясно. Я тебя понял. Китто, но. Надо в других комнатах посмотреть. А, браво. Скулс, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пожиться, пожиться. Скузами. Куда? Да бля, это ларм. Блин, чего это работает? Уже не важно. Скорее дорога отсюда. Пойди, пойди, бро. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Наконец-то я тебя понял. Подними, а не топи! Алла, сажи меня, не шмирни! Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю! Подожди! Отменить погоню, поехали! Да, сейчас уже не Сальваторе, куда тебя довести? Оказа? Да, где... Да, где дом? Шеста и Мабуль. Хорошо, едем. Hai capito una cosa? Al nostro prossimo travaglio ci penso io a cascaforte, capisti? Capi picca un cimurì in cacciavilla. E ci colpi solo tu. E impara l'antichia di Sicilia. Vi rispetto alla nostra terra. È come parlare come cane. Un saccio. Ma minchia, te l'avevi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più. Guarda, guarda. Crescio io poi. Buonanotte. Paga. Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 храню. Но нам нужны деньги. Так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец стал. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же, пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да, вам это понравится. Позаработаем бюджет, а заодно и морелы пинкадаки. Ладно, выкладывай. Пару недель назад. Отдыхал я, значит, в курилке в голубых тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пару номеров с матрасами прямо на полу. Кулка джетами. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный отца. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти и пригласил забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарей. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелло. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Поли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелло, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Поли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть героев. Карл и малыш бил с вами. Сделай, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карла. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс.
туда, чуваки. Сэм и малыш Билл будут ждать нас в центре. Карло, ты как? Похоже, ты малость обосрался. Да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай, ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками. А чего Гейтс сказал на Морелло? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелло решил поменять условия и своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелло про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим как на лед. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелло не в состоянии защитить товар. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Герой план, Дон. Поля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй! Когда начнешь добывать для босса на лодке, а не только по городу его катать, тогда и будешь придираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. О, да как скажешь. Когда Морелло придет за тобой, мне не жалко. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, господи. Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Гейтс ждет на последнем этаже. Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С 9 до 5 тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут. У нас особая работа. Поля, ты что-нибудь еще знаешь о Гейтсе? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого пойла. Наш человек. Наш человек. Поля, рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну, надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми. Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады работать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Я понял. Нет, нет, все нормально. А что? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой черт атмосфера совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Не умеешь. Я из пулю слою. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни сгрю меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карл, в кабину! Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец. Готовься, там будут еще. Я тебя прикрою. Парни, снова они. Вон тут, все сюда. Твое подкрепление! Грузовик тут не пойдет. Нужно потушить. Ищем тушитель или хоть что-то. На потолке есть брызгалки. Надо их включить. Здесь должен быть какой-нибудь кран. Здесь можно как-то пробраться! Это было? Мощно! Я еще чувствую жар на лице! Господи! Далеко не отходите, ребята! Понять бухло! Я сам удавать! Убейте кого-то зверяне! Познав, что это не все! Видите тачку и поезжайте за мной. Да, сэр. Откуда Морелло вообще узнал о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал. Снова они. Ничего, мы их задержим. Врежем им побольнее. Похоже, оторвались. Спасибо тебе, господи. Давай домой, посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да, пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. Тридцать восьмой калибр. Встретили ребят, Марк? Да, их больше нет. А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, два мы разделались с громилами Морелло. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелло с торговли виски. Посмотрим, стоило ли это пойло всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото и вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюта! Салюта! Я так понял, Сальери готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили. И весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила.
Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском риске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь, Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа, доволен. Да, наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Хм. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом сродить, но Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил. Ну и макнул его прямо мордой. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппи, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелла последнее время притих. Может, зря я переживаю. Ну как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. До тех пор, как случилось то, что случилось, Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы будем делать с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержание. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло на 21-й поправке. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Ты должен быть доволен. Хорошо отдохнуть от Поли и его безумных идей. С вами сообщаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Поли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, чай. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери, привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, парень. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит габанату. Эй, Томми, браво, браво. Вот, Томми. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. Как блюду? Кьянти. Я берег это вино только для вас. Мэн, мэн. Отдыхайте. Молодец, что бросил бит там. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не прошу. Я знаю. Она сказала? Нет, это моя идея. Пьяницы размекают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе, еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Ты бы знал, что этот гурман ел на ухо. Ложись! Какого черта? Вот мудак, не дал мне вино допить. Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как? Держать, смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их, выходи с черного хода и обойди. Уверен, босс. Замочи всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Выходи сзади, завали их, Том. Давай. А ну, здесь, в переулке. Чисто! А, ну яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет, зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поверить. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелла. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я вторчу его рожу в асфальт. Знаешь, я рад. Я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы наконец-то займемся Морелла по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он построил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Господи боже, этот мерзавец годами все сливал Морелла. И до нас это дошло лишь, когда они меня едва не прикончили.
Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карла ждет нас. Нет, Том, мое лицо будет единственным, кто увидит это кудило. Какого хера? Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, тебя ждет закрытый гроб Карла. Пойдет ли, босс? Да, притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему драть! Помогите! Кто-нибудь! Отвернись, Карла! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! Томми, я могу все объяснить! Том, прошу, подумай! Дай мне поговорить, босс, я все ему объясню! Томми, пойми, Фарелла пообещал убить мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили, Томми! Ты еще жив? Не уверен. Теперь точно нет. Эй, сержант, как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Но все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу. Если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Слава. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война. Я же сказал, заткнись, Питер! Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда. Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло. Что-то серьезное намечается, очень серьезное. Думаешь? Морелло пытается... Эй, тебя ждут наверху. Сейчас поднимусь. Это война, Том. Отныне мы на войне. Кажется, сегодня все спокойно. Как жизнь? Все путем? Охрана должна быть на ногах круглые сутки. Здесь, на складе, на всех наших предприятиях. Кто будет с теми, кто платит нам за защиту? Забудь о них. Пока идет война, все ресурсы нужны здесь. Я запомню, кто какую сторону выберет. Все парни в сборе. Хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Бочи, сначала нужно его ослабить. У Морелло свои копы политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вальнуть одного козла, до остальных быстро дойдет. Чтобы быть с Морелло, вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк. Гелотти. Он все еще кипит из-за мертвого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. В честь своего дня рождения, чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Он даже подготовил речь для прессы. Что насчет охраны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением сажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелоти продажи, но не так глуп. Охрана обыщет всех, кто заходит на борт. Ствол тебе никак не пронести. Так, что? Бросить его за борт, вдруг он не умеет плавать? Только избавь меня от своих шуток. Конечно, ты его нахер застрелишь. Загляни в галью на носа корабля. Местный уборщик получает от нас долю, он припрятал там револьвер. Затем просто подожди. В толпе. Только не выдавай себя. Жди, пока Гелоти не выйдет. Дождись, когда урод начнет толкать речь. И только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую. Нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сэм и Поли сейчас в доках как раз работают над этим вопросом. Встреться с ними, они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелоти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Бона фортуна, Том. Дамы и господа, на борту место найдется для всех. Пожалуйста, приготовьте билет. На входе вас ожидает ваша господа. Вы не один, это бывает. Умеешь управлять этой штукой? Вали, чтобы я убил! Когда Гелоти откинет копыта, она может спасти тебя! Сэм сейчас возле доков думает, как доставить тебя на борт. Постучишь, ты ежели покажешь ляжки, тебе можно всю ночь пить и сладко. Самая достойная семья в городе. И еще бы, кто сделал для города больше? Террес, тебя тоже пригласили. О, похоже, что у тебя есть приглашение. Мои друзья немного из другой сферы. Ладно, слушай сюда. Там один матрос с парохода. Сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Я знал, ты найдешь честную работу. Но не привлекай к себе внимания. Когда суд отплывет подальше, найди пушку. Уборщик спрятал ее в гальюне.
Понял. Потом поднимайся наверх и жди. Когда Гелоти толкнет речь, шлепни его. Как оттуда свалить? Коля одолжил моторную лодку. После речи будет фейерверк. Мы поплывем, когда он начнется. Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся. Да ты не волнуйся. Все пройдет как по маслу. Шикарно выглядишь, что? Оставь костюм себе, если не испортишь. Тебе идет. Новенький, похоже, ты не торопился. Думаешь, у него получится? Уверен, что он грохнет Гелоти. Нам свалить с корабля? Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну что, ты уже закончил? Да, собираюсь гальюн почистить, а то уже гости жалуются. Ты хочешь отмыть здесь сортиры? Ха, как скажешь, пройдись тряпкой по всем палубам. Сразу видно, что парень. Мы нигде раньше не встречались? Не, это вряд ли. Я тебя знаю, может, ты из профсоюза? Прости, я не из этого города. Слушай, морячок, вали-ка отсюда! Ты уборщика не видал? Не, но уверен, что он в машинном отделении валяется бухой. А ты не спешил? Тони, верно? Я спрятал пушку в толчке на корме, на средней палубе. Где корма? Прямо над нами, палубой выше. Ключ лежит на столе. Если еще раз назовешь мое имя, твой труп найдут в море. Ты меня понял? Ох, ага, понятно. Я знаю тебя. Ты из банды Сальери. Ну и что ты собираешься делать? Для начала хорошенько наберу тебе зад. Давай. Давай. Где же ты, сука? Привет, Джон. Ну как, все нравится? Конечно, пока парень наливает. Молодец, выпей еще за меня. Рад видеть, развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо. И добро пожаловать на мою небольшую вечеринку. Итак, как вы все знаете, это было нелегкое время. 3 года назад мой дорогой сын Вилли покинул этот мир. Он стал невинной жертвой бандитских разборок, жертвой чумы, которая носит название «организованная преступность». С того самого дня я мечтаю об одном – искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Lost Heaven. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо, спасибо. А сейчас будет фейерверк. Уже, да? Отскребали бы вас сейчас поезда. Да ему повезло, вот и все. Серджо Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем у братца. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Серджо разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. Серджо приносит Морелло кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелло лишится большей части дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парня. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бум! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло.
Они не посмеют сюда прийти. Когда-то я был в его банде. Если однажды Морелло проснется и решит напасть, он нападет. Нет, не нападет. У него есть яйца. Этого нет, нет. Он готов сжечь Морелло? Да. Ага, это точно тачка Серджа. Как бы к ней подобраться? Куда направляешься? Выходные потанцуем, а дочка пусть с девушкой посидит. Да, я еще тут. Отчет. Эй! Нет! Нет, 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 нет. О, боже! Господи! Боже мой! Камня, что происходит? Минутку уже. Видя. Все, все очень плохо. Так, успокойся, Том. Что случилось, то случилось. Ты ничего не сможешь изменить. Удача Сержа испарилась. О чем ты вообще говоришь? Сэм и Полли нашли его. Он в ресторане Джорджа. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Том, ты как? Ну, это бомба. Все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. У нас послание от мистера Сальери. Нет! Пошлите клоунов! Сейчас обучим тебя! Давай, Том, давай, Том! Дай, смотри! Сегодня откроем! Вперед, Том! Не дайте ему уйти! Поехали отсюда! Питер! Он убирал! Скорей! Бегом назад в машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! Оставьте его! Зайдите, придурки, убейте компьютера! Мне нужен здесь каждый боец! А ну, живо! Отсюда! Сука, мятка, убейте за него! Игрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? Я говорил тебе! Меня не убьешь! Не такой ты везучий, говнюк. Стой! Нет! После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залил на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет? Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметить. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть выяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете ошиваться у театра. Достанете пушки, только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Чувствуй какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи.
жми на газ, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло. Сколько лет? Не за людьми его, не за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Урод станет нашим. Не, я не о том, что с Тоном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Ага, только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он согнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делать его такой легкой мишенью. Я его вижу! Покажите ему! Погнали! Давай за ним, кто? А то нас дом за яйца подвесим! Когда окажется рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешься? Она великая! Вокруг театра их было полно! В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Он хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну как, держитесь там. Шофер у Морелло хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте. Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром, он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет! Там будут ждать его гранилы! Ты хорошо! Пора их вычеркнуть из списка! Он подохнет, и его шестерки вместе с ним! Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было! Они только ремонтировали аэропорт после того раза! Там его гранилы! Вижу их! Оп, тебя! Все там целы? Да, в порядке! Только стекло теперь в глазах! Саш, придется причесаться! Оставь тачку и за ним! Вперед! Папа. Еще один гранил на подходе! Уберите от меня! Так, Томми, сзади! Смотри, Том! Морелло, ты близко! Машину! Томми, ты встретишь! Ты стреляешь лучше на бой! Давай! Мы уходим! Летай, давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по наклонам! От него что, пули отскакивают? Советом! Почему он не выходит? Да условно идти! Он нас рядом в самолете! Брось, я стрелять буду! Он еще не ушел! Да, теперь второй! Взорви их оба! Я сяду за руль! Почему? Потому что я здесь водитель! А нам надо догнать самолет! Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим, урода! Ты как на работе, ты так же ездил? Так, а чего ты я? Ах да, эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Куда это он направляется? Может, в гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, его конец. Да, конец. Нам надо расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать? Невероятно, мы сделали это. Да, поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени попрес. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно. Конечно. Господи, боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим. До встречи на том свете, Марк. Ах ты херов призрак. Три сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная, Том, или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Салерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Салерия за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепона, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю.
Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелла. Сальери был на ней шафер. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелла поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелла погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелла, если они не спасли его простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало. И тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс, никаких проблем. Здесь все, что есть? Конвейер более худоват. Я доложил свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поле и Сэм вместе. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Скажу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы поручили это мне. Сделай. Эй, красавчик. Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит на нас. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня Форд Стэмбери. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми. Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Да идет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты, внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Почему вы не оставите нас в покое? Это наш дом. Когда вы уже наконец-то поймете? Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Сука, кто-то идет.
я был в отключке. Стреляй оттуда, наверху! Сейчас сказал, номер до прибытия скорой. Оставайся, ты окружен! Тебе не уйти! Снаружи, вся полиция города! Торнбул, тут достойный человек! Слышишь? Достойный! Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тут еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, обмен на босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же. Как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука, там же полно охраны. Да, тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Уволим грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет, просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела только лишняя морока. Ладно, поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так, пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постарайтесь, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом, пожалуйста. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мысли в голове много. Там еще для мысли место есть. Смеетесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательную кассу в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. Ограбить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил. Украсть сигары нам поручил Дон, а налет на банку ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою Дон. Не знаю, а я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Эмоли, тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поле. Или скажи все Дону, или забудь. Помечтать можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поле захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Нет.
Треск как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи, не высовывайся, не то нам конец. Не беспокойся, лежу я как раз отлично. Ты всем телкам это говоришь? Хорош. Все, погнали. Ладно, ладно, господи. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна, или как его там? Ну, усекарная страна! Скажи, ты видел размеры этого хранилища? Не парься, ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Черт, точно, да. Э, Пит, бумаги у тебя? Да торпите! Что это было? Ты о чем? Держи, друг. Хорошо, приезжай. Работа сегодня кипит, морковка набита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего, будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Ты же знаешь. Вы чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. Со мной. Ладно, Том, теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что поройся в документ. Там же русские сигары с корабля Багель. Сундук, что давалось 23 числа. Во вторник. Ясно? Да. Не попадись в корабль долго. Как закончишь, разыщи нас. Генерала заставляет работяг пахать сверхурочно. Хрен что найдем, если не сказать. Просто ищи все, что выглядит как-то странно. Мы никак не сможем осмотреть все ящики. Нам недели не хватит. Нам это платят, как за неделю. Хватит мы. О, это мне поможет. Так, парни, давайте поживее. Пока закончим с мелкими ящиками. Перейдем в большие, в соседние помещения. Возьмите федералы, хотя платят неплохо. Мы уже не можем. Он не мог далеко уйти. Надо посмотреть тут. Интересно. Подогаем искать. А, черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверим все ящики и начнем их вскрывать. Каких же сотни? Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. О, это мне поможет. Вот ты где. Вот и он. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно, грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, будешь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Черт, вы слышали? Ладно, Том, погнали. Валим, валим! Да уж что, тут не слишком удобно, да? Через ворота. Сейчас сюда приедут все легавые города. Давайте скорее сматываться. Топ, педаль в пол. Где они? Да, это поможет. Мы держали, Марин. Ага. Кажется, мы оторвались. Да, надеюсь. Топ, копы нас засекли. Эй, Поля, ты жив? Да, пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт, наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. Зависит, мы рисковали жизнями ради этого говна. Похоже, да. Тебе лучше оставить поле. Дон сейчас будет здесь. Рука. Мы не скажем Дону ни слова. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы. Он должен. Да. Но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно. Да. Полезно? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот?
Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорченные, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад. Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Томми! Если бы нас повязали стулью, мы бы сдохли в тюряне! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Гранд Империал. Между Норд-Парк и Центральный. Да, я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Хуже с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выйдет. Увидим. Пока я сам все не смотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. У тебя есть яд. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять, жена твоего парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроить. Ты не создан для домашней жизни, Поля. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, чтобы играть в карты и играем в хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забудь. Вот я пытаюсь не уснуть, пока он рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулем. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Как ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе было? Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А, ты уже втянулся, брат. Как знать. Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут 5. Может, чуть больше. А если все покроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрел, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Кто дернется, получит пулю! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, начну стрелять! Мы ведь все хотим вернуться домой, живыми и обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня! Я не шучу, все меня поняли! Что ты делаешь? Погнали, за мной, в хранилище! Стилы все пускать! Обойдемся без жертв! Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Эй, сколько там охранников? Один. Когда я нервничаю, у меня палец, не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Все идет по плану. Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Шагай давай! Вам это срок не зайдет, вы пожалеете. Да ты лучше о себе подумай. Ты, если хочешь жить выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Ключ от хранилища на столе. Не нужно убить. Я не хочу умирать. Господь милосердный. Хорош тупый. Вот сука. Копы уже здесь. Валим.
Бери папку, провались. Куда хочешь, сбрось копа! Да откуда они лезут, мальчик? Куда теперь? Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Том, еще чуть-чуть. Мы почти сделали это. Вот именно что почти, Коля. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях! Да ладно! Шучу я! Я бы не провернул без тебя, приятель! Иди домой, отпразднуй старый! Утром заходи ко мне, поделим бабки! Да ладно. Удачи! До завтра, друг! Смотрите-ка, явление Христа народу. Я уже думала звонить гробовщику. Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, что натворил? Мне просто повезло, женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно, сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его давных планов сработал? Ну, вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Полей вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Полей все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. В этом районе невозможно жить уже. Что случилось с дверью? Говорилось прошлой ночью. Я работал в ночную смену. Парень из квартиры надо мной опять буянил. Оли! Две пули в башке. Вот черт, я звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать, парни, вы же мне 100 раз жизнь спасали. О чем предупредить, Сэм? Сальери, он знает награждение банка. Ты в тюрьме, Том, тебе нужно исчезнуть. Ладно, давай. Ладно, мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать в Поле? Нет, нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том, ты же знаешь. Мне пора, прости. Стоять, Томик. Черт. Привет, Том. Сэм, что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Продолжаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Полли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Поле. Нет, друг. Поле сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам понесок. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Там Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах.
Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Пошел нахер! Ты бы сделал то же самое, Том! Черт, да я знаю, что ты уже это делал! Вот эти два парни! Почить его уже! На цеметке, Том! На забабке от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его! Эй! В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, сэр. Меня ты убьешь, Антон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. Я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Голосок в твоей голове. Наверное, звучит как голос дочери Исары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли мы... Дома и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Альфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И, по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не овдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле, неважно, буду я, жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины, его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями, и взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один, пытаясь найти себя, но я смог вернуться домой. Надежным мужем, хорошим отцом и человеком.
Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анжело? Да? Мистер Сальери передает привет. Томми! Вот тебе. Вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все время. Но семья – это навсегда.